Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Будем надирать задницы демонам. Так, мы закончили на буровых установках. Я последний раз думал, что тут нужно вторую буровую установку установить там. А то, кажется, одной достаточно. Просто нужно приносить сюда. А, тут электрофишки. Вот, там артефакт какой-то у нас. О, еще одна мелочь приползла. Так. Бабло нам всем надо. Так, солдат. Тут ничего больше нету интересного. Так, тут у нас... О, какая интересная вкусная штучка. То как ее достать? Сплаваем к сюда, посмотрим, что здесь. Так. Чего-то там бесится. Ух ты, опять эта хрень. Как эту хрень на потолке ненавижу. Ой, по карте как туда пройти? Получается, где-то здесь должен быть вход. Что нам надо? Так. Сейчас вот сюда лучше не приближаться. Хорошо спрятались. Ничего не скажешь. Значит, получается, надо тут... Как туда скинуть, что ли? Ух ты, ё! Песка, если вот так вот.
Че, одна? Всего лишь, что ли? Да. Значит, получается, надо... Воспользоваться в качестве подъемничка. Ух ты, ее. А, то есть мне нужно туда. О, как. Сколько этого дерьма здесь. Что это? А, эти проклятые. Блин. Прям так и хочется хоть на одну скотину повесить его. О. Хорошая штука. Иди сюда ко мне, малыш. На, лови. Поиграемся немножечко. Словил за место друга. Где-то не проклятый, что-то посильнее, чем обычных. Чувак, тебе не больно? Ты там? Держи. Крылышки вон, и сердце... Все. Чпуньк.
Теперь у нас еще один осколочек. Что это было? Что-то, судя по звуку, не очень дружелюбное. Тут на дне больше сладости нету. А чё, вы ещё живые? Ух ты, червитётик. Это получается, мы под землей прошли. Эй, чё за переросточек? Чё-то только купаюсь я. Да ёкарный бабай. Я же вас заненавижу. Иди отсюда, кочерыжка. Ты кочерыжка. Неужели сам папочка решил спуститься, ё-моё? Или он мамочка? Ух ты, сколько ж у вас тут. Ну ладно, я тоже доиграть буду. Вот так вот. Свежая нарезка всего, что движется. Иди сюда. Ты же отклоняешься, если зараза это. Раз здоровье пополнить. Так, здесь больше ничего интересного нету. Не, нету. Топает малыш. Сносит пару плохих крыш. О, еще ребятки. Ха-ха.
Да. Нарезан в капусту. Чувак, как ты посмел? Педофил какой-то подкрадывается сзади. Червячочек, блин. Откормили бройлера, блин. На человеченьке. Пути дороги нет, назад. Почему же здесь червяк тогда не ползает? Ой, че за? Че это было? Моль? Демоническая. Там, наверное, какой-нибудь командир был. Чем-то попахивает. Мне кажется, полным абсурдом. И какая из них ближе? Где меня будут дольше есть? Захавали. Давайте начнем с контролки. Так, первую-то пройдем, а дальше что? Червячок Джимми, блин. Да то я вряд ли тоже дойду. Да. Да то еще дальше, чем до этой. Успел. Теперь риторический вопрос. Как туда? Просто не попадать на его маршрут, что ли, движение или чего? Так.
Червячок, блин. Фу. Очково так. Пипец. Поднапрягает, однако. Тут ближе, фиг поймешь. А чтобы он по самой туда уполз. Иначе он по самой гландонам засадит. Фу, успели. И остался как обычно. Последний рывок. Прежде чем нашу жопу пытаются съесть. Угу. То есть, когда тишина, грубо, настанет, надо бежать. Фу, пипец. Очково с такой дурой там играться. Опять всякая мусорня вылезла. Привет. Чё-то большое идет. Опять большой малыш. Он идет. Что это было? Со стволом еще демоническим. Это все. Привет. Ты следующий. Интересно, можно взять? Погонять? Осколочное орудие выпускает зазубренные лезвия. Ух ты!
Прикольная штучка. Ну, лучше ангелов, там просто пали тупо и все. Чем-то напоминает меч какой-то, с рукояти такой. То есть можно... Даже вот так прям на лету их взрывать. Первый раз за игру использовал способность свою. Единственное, чем она не помогла, это только отбить. Опа, она. Не знал. Буду знать. Что тут еще один, что ли? Клевая штука. Ангелы скорострельные, зато здесь мощность. Давайте поменяем, наверное, БУшку. Я думаю, где тут... Да, опасно играть с такой вещью. Но демоны от нее умрут. В пяточку. В жопу, укольчик. Тебе в сердце. Хедшот. Не, штука, конечно, веселая. Главное самому не напороться. Да. Так, еще что-нибудь? Или кого-нибудь? Интересно, ящики на дистанции открывает? Нет. О-о. А, я не туда пошел просто.
Куда идем мы с Пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Сколько тут сундуков со здоровьем-то? Если с червячком такой фигней сражаться, в принципе, можно. Навышки не стало просто. Оу! Американские горки, что ли? И это все? Ребят. Теперь ясно для чего. Теперь ясно, на какой хрен здесь столько здоровья. Ядрит твою катушка. Не подходи ко мне, я обиделся. Чё еще? Да, ребят, тут у вас можем минировать все. Что еще? Лежать. Все. Запал закончился.
Не, возьму с собой. Хорошая игрушка. Правда, перезарядка есть. Хотя у английского вообще, по-моему, нет перезарядки. Просто тупо шмаляй во все, что движется. Ух ты! Откуда эти гады вылезут сзади? Он с мяча быстрее выходит. Хотя... Топ-топ-топ. Идет малыш и ломает черепа. Блин, тут душит. Уже фиг знает, сколько идут. А, то есть если рядом, то приходится добивать. Если вот так вот, то добивать уже не приходится. Ну ладно, я думаю, это мы закончим. Всем спасибо за внимание, ждем продолжения. Ставим лайки, подписываемся, оставляем свои комментарии. Всем пока и удачи!